Праздник приближается. В Казани к Новому году откроется 80 елочных городков, сообщили сегодня на деловом понедельнике в мэрии. Центральная елка, она будет больше 40 метров в высоту, зажжет свои огни 25 декабря в 4 вечера на площади Тысячелетия. В тот же день около театра кукол откроется полюбившийся многим горожанам ледовый городок. Главным событием уходящего года станет прибытие огня Олимпиады. Встреча символа игр состоится 31 декабря на территории стадиона «Казань-Арена». До этого это будет Болгар и Свияжск. Затем 30 и 31 декабря Казань и жители Казани смогут встретить. Мы приглашаем принять участие в этих мероприятиях и школьников, и студентов города, и жителей города, и самых маленьких жителей города. Потому что в рамках мероприятий на Казань-Арене будут подготовлены развлекательные мероприятия для самых маленьких и для взрослых. Будут работать елочный городок, который доставит удовольствие каждому жителю.